Самое доброе утро. Сегодня у нас 12 июля 2000. Опять же, с днем рождения всех июльских. С днем рождения от всей души поздравляю. Знаю, как это, как сложно нам раком жить в этой среде, где мы такие сильно ранимые, но тем не менее нам приходится. И теперь мы идем в TJ Maxx. Перед тем, как ехать на озеро, на океан, мы решили поехать на океан и зайдем немножко мы повздорили с ребенком. И я говорю, пошли успокоимся, пошли в TJ Maxx. Самый лучший вообще в мире магазин здесь. Old Navy я не очень люблю. И так Banana Republic вот открыли там магазин. Bed Bath & Beyond тоже хороший магазинчик домашний. Ладно, пошли. Красивый, очень мой любимый, опять же повторяюсь, магазин TJ Maxx. Очень яркий, и тут я покупаю всегда купальники. Тут купальники просто самых, можно сказать, можно найти самые-самые такие бренды, хорошие купальники. Ну, от $20 до 40. Ну что, пойдем сдадим кровь? У меня мечта пойти сдать кровь. Ты хочешь сейчас? Нет, сейчас нет, мне надо ехать же, а вдруг у меня будет. Обязательно пойду как-нибудь. Да. Так, остановка в Макдональдсе. Мы прикончили с Наташей наши бутерброды рыбные. Фиш. Набрали много картошки жареной. Уже это. Малость объелись. Многовато будет. Вот мы только что въехали в город, который называется Крисмас. Вот пост-офис. Сюда люди приезжают под Рождество, пишут открытки и из почтового отделения вот из Крисмаса отправляют. И там стоит штамп Крисмас. И вот, смотри, вот, сейчас мы сюда заедем, остановимся. Вот елка всегда наряжена. Классно, Русь, смотри. Там постоянно, вот мы сейчас туда пройдем, Машинку правит проперти, но ничего страшного. Мы ровно на 5 минут, простите, извините. И вот, какая красотень. Мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Залезайте туда, я вас сфоткаю. Так, вот тут, вот пока тут стоишь, вот пока ты загадаешь желание, попроси у Господа Бога, что ты вот хочешь, например, больше всего. Господи, прости и сохрани. Надо сказать, Господи, спаси и сохрани. Так, и вот тут домик есть. Вот тут домик тоже где живет Санта-Клаус. Написано God bless America. Нельзя на Русланчик, слезь оттуда, пожалуйста. Freedom from want. Freedom of worship. Freedom of speech. А, это вот основные. Свобода слова, свобода вероисповедания. Что здесь? Я не вижу, не могу понять, что здесь написано. Стерто немножко. From fear. Не могу понять, что там. Давайте, остановитесь, я вас сфоткаю здесь. Иди сюда, Руслан. Самый настоящий дом Санта-Клауса. Да, да. Он сейчас едет. Да. What can I give him? Что я могу ему дать? Poor as I am. Что я ему могу дать такой бедный, как я есть? If I were... Give him love. Если бы я был... Короче говоря, я бы дал ему ягненка. If I were wise man, I do my part. What can I give him? Give him my... Короче, я ничего не могу ему дать, кроме своего сердца. Так, поехали. Fort Christmas. Построен в 1835 году. 3 miles north of the marker erected by Ireland chapter. Построено в 1951 году. Все, пошли. Не памятник. Это не памятник, это просто как бы этот. А елочка? Там елочка. Люд! Вот у нас 365 дней в году у нас стоит такая Merry Christmas. Сейчас я тебя сфотографирую. The permanent Christmas, постоянная елка в Christmas, Флорида. Флорида, опять забыла, что такое Christmas. Рождество. Это Рождество во Флориде. И это символ любви и хороших пожеланий. Good will. The Christmas spirit every day in the year. Хорошее настроение Рождества каждый день. Каждый день в течение года.
Году Крисмас этот маленький, вот тут я смотрю одни фирмочки, мы сейчас проезжали. Вот купить здесь дом недалеко от Орландо, буквально 20 минут до Орландо, и наверняка домики будут дешевле гораздо. Плюс, если ты фермер, то у тебя 60 деревьев высажено, ты освобожден от земельного налога и многое-многое другое. Но фермер, и если ты еще и какой-то фермер настоящий, тут еще и государство помогает. Не знаю, какие там дотации имеют фермеры, но тем не менее, вот такие вот кусочки земли. Здорово. Поля, дорожки пошли, ДДН. Красивые такие домики. Только домик, нет. Видишь, там такой, это следующая съемка. Стоит домик с елкой. На балкончике елка стоит. Такие поля. Вон коровка лежит. Коровушка лежит. Эй, коровушка! А вон их много там коровушек. Выбилась. Оп, сзади мотоциклист. I'm sorry. Ёлка стоит. Ага. Один, вот мы заезжаем, это парк, называется Джангл. Там еще, если нам повезет, там еще это круизное судно ходит по этой маленькой речушке, или это озерцо, или это болото, или что. Я сейчас не крокодила. Мишанечки. Мои красивые такие, жаркого. Мы сейчас, иди, мы вас покормим. А можно туда пойти покормить, чтобы они не вставали? Пошли туда покормим. Мы сейчас вас покормим. А нет, туда нельзя, это с той стороны. Давай вот отсюда. Мишаньки, давайте, идите сюда, скорей. Он уже идет, смотри, идет, встает. Так, по одной только. Только по одной, подожди. Ага, вот они встают, идут. Красавец. Фу, вонючки такие. Вот через трубочку мы даем, и вот там нос. Так как вкусненько, дайте же нам еще. Вот так вот носим, бах-бах. Такие громадные, вот такие вот громадные медведи у нас тут водятся. Вот такого одного я встретила. Мои же вы красивые такие. Как же им жарко. Подожди, теперь не корми, он сейчас будет носом туда совать, носом будет просить. Так шкодно, давай. Угу. Сейчас будет просить, давай. Ну попроси. Ну давай, попроси, ты же умеешь, давай. Давай, фу, как воняет здесь. Однако вас купать пора, но я вас купать не хочу, не, я не буду. Ладно, смилостивились. У нас картошка осталась в Макдональдсе, мы сейчас их скормим. Сейчас я вас... Так, пошли через зубы, через тернии к звездам, а мы через зубы к звездам. И вот, еще раз показываю, у меня отсюда два видео уже есть, а тут уже третий раз. И вот это вот, если нам повезет, он катается вокруг вот этого зеленым покрыто озеро. И вот они, десятки этих страшных аллигаторов. Не боишься? Нет, пошлите крокодилы. Ну пошли. Пошли. Нас встречают криком. И вот он, крокодильчик лежит уже зелененький. Кого-то за жопку хочет укусить. Вот он, Jungle Adventure. Вот название вот этого. Вот настоящая кожа крокодила. Ага. Страшно. Надо сходить в туалет сначала. Hello, how are you? Hello. Good. А и тут маленькая типа кафешка, не кафешка, и тут живут говорящие попугаи. Hello! 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 Не стесняйся! Hello! Он стесняется. Ага. И там еще один где-то есть. Все. А вон он разговаривает. Вон он разговорчивый. А, уже говорит, слышишь, ага? Тихо, не кричи. А тот тоже говорит hello. Он прям с тобой разговаривает. Hello. Hello. Пошли. Компост. Hello. Пошли. Hello. Пошли. Тихо.
Ты видишь, как просто? Я подошла к ней и говорю, я здесь была 3 раза, я бы одна сюда не пришла. Я говорю, можно я приду бесплатно? Я привезла сюда детей, чтобы им показать. Она говорит, да вопросов нет. И мы взяли 2 билета, причем 1 билет мы взяли на ребенка со скидкой. В итоге у нас 2 билета вышли $45. А если бы мы шли 6, если бы на 3 взяли полный билет, это вышло бы где-то под $70. А сколько получается? То есть как приятно, что, вот, что люди всегда идут навстречу, что они не говорят, нет, там нет. То есть всегда можно спросить, и всегда никто не откажет. И вот теперь посмотри, какая зеленая вода. Это все вода. Руслан, это все вода. И вот там, вон они, монстры лежат. Это вон вода? Они. Да. Это все покрыто водой. Смотри сюда. Как там? Мне кто-то написал, снег? что это ряска. То есть можно нам надо просить, подождать, да? Здесь часик проходить, потому что через час пойдет этот кораблик. Вон, да, вон он кораблик, вокруг объехать, посмотреть, это сказка просто. Вот он кораблик стоит, видишь? Класс. Лежит крокодил. И его даже... Руси, хочешь пойти поплавать? Пойти поплавать. А чего? Hello. Какой крокодилище. И вот ему там хорошо, вот он лежит, охраняет вот этот, вот этот столб охраняет. А тут еще. Да там тучи, пошли смотреть, их тут миллион. Смотри, какая громадная черепаха. Вон она мордашку подняла. А чем у тебя есть, чем покормить? Корми. Но она пока доползет. Не попала. И пацаны, они обычно вот тут лежат, вон он один лежит, видишь? Они обычно на берегу лежат, а сейчас жарко, они сейчас в водичке лежат, спинку только поставили погреться. Вон, смотри, как он моргает глазами. Ну, вон вообще. Кто его знает, чего он моргает, чего он моргает, а кто его знает. Ты мне глазки не строй. Зеленая какашка. Опа, а смотри, тебе... Посмотри, тебе из Макдональдса привезли картофанчик. Даже нет, да. Вот так вот лень мордой двинуть. Вот так вот лень. Ай-яй-яй-яй-яй, какой же ты наедый. Руслан, ты можешь потом походить, они тебя даже не съедят. Они не голодные. А ты поздоровался с дядей? А вон еще какой? Вон он лапами двигает. Вау! Махина такая! Ага. Черепаха. Ага. Hi, how are you? Good, yeah. Good, thank you. Ага. Вон черепахи внизу, смотри. Он им сейчас чистит, видишь, он хлорочкой побрызгал, видно тут. Ну, летом тут, конечно, все цветет. Руслан, посмотри, какой громадный. Вот он тебя ждет, дружбан наш. Давайте я в него. Дружбаночек. Дружбаночек, он не хочет, он, видишь, он не хочет воду. Ты ему к мордахе брось. Смотри, у него хвост обкусанный. Смотри, кто-то пожевал его хвост уже несколько раз. На завтрак, на обед и на ужин. Вот он какой покоцанный, поетый. Да не трать на него это, он все равно. Немножко, видишь, наверное, дрался. А он без лапы. Видишь, у него лапы нет. Вон той лапки у него нет, видишь? А их просто маленьких, их же, они же сами друг друга едят. Просто попал кому-то, папе в пасть, наверное, попал. Что такая черепаха, гигантские. Офигеть. Иди сюда, красавица. Спряталась, Лен, спряталась. Спряталась, идет это. Иди сюда, скорее покажи свою красоту. Иди сюда, скорее. Иди, моя курочка, скорее. Да, я не хотела бы с тобой встретиться в дикой природе, честно. Хоть ты и красивая, но не это, не для меня. Ну... Что вы тут делаете, девчонки, печенки? Я просто сюда зимой прихожу, а зимой они греются на солнышке и выползают. А сейчас жарко, и вот они все сидят в воде, а мордаха на улице. Ага, ой, как сплошное изящество. Сплошное изящество. Еще один прям весь, ага, заросший, обросший. Помешали, дай ему, вот ему дай кусочек что-нибудь. Только не... Только ты же мой красивый такой. С руками. Лапа такая сзади так валяется. Глянь, так лапу выбросил. Какой класс. Ага, вот у него нету глаза. Ага, вот ему кто-то выклевал глазик. Бедненький ты мальчик.
Еще одна. Смотри-ка, она ее гладит. Смотри-ка, она ее гладит. Ничего себе. Смотри. Вау. Ничего себе. Ничего. Ничего себе. Посмотри. О май гад. Вот это да. Она смазывает, видишь, она смазывает. Не смазывает чем-то ушки, ага. Смотри, крем какой-то. Видишь, она и там помазала. А вот и лапка что-то. Видишь, она зайдет ее. Вау. И ушки мажет. Смотри. Ага, слушай. Вот это махина. Это огромный. Посмотри, какой гра... Ой-ой-ой. А посмотри, у него лапа. Что-то у него с лапой. Опухоль какая-то. Ну, ему, наверное, лет 100 уже. Это что? Смотри, он какой здоровый, глазом смотрит на меня. Что ты смотришь, как это искоса, низко голову наклоня. Вот это да, ему лет, наверное, 70 уже. Посмотри, какая махина. Только что кого-то съел. И вот у него на ножке прям что-то случилось с ним. И вон они тоже. А эти, смотри, вообще... Ну вот тут самые крупные крокодилы, там и написано было, самые крупные в мире крокодилы здесь. Это или беременная самка, когда они живут. Обожрал. А у него на животе что-то розовое, смотри, вон сбоку, прям розовое. Или это рана была, кто-то подрал ее, да? Вон она. Кто-то выдрал кусок прямо. Угу. Ну, яйца не будут, они же яйца несут, они же не живородящие. У нас есть еще Гейтерленд, но я считаю, что вот это гораздо более интересное место, чем Гейтерленд. Гейтерленд, это в Кисиме находится, недорогой билет, под $10 стоит на человека. Там, конечно, куча крокодилов, но здесь более интересно. Во-первых, тут такая вода зеленая, тут они... Посмотри, какой монстр! Вот это монстр, вот это нифига себе! Вот с таким встретиться и все. Обалдеть, какой здоровый. Обалдеть. Вот волк настоящий. Это варан. Игуана. Угу. Такая красавица. Ну да, они ж тут запросто могут вылезти. Кто? Крокодилы. Она может вылезти? Да не игуана, а крокодилы. А, вон мостик, видишь? Пошли. Пантера, флоридская пантера лежит, загорает. Да. Белый волк, белый клык, эй. Старенький уже, старенький, конечно. Акела промахнулся. Это Акела. Гибрид. Волк гибрид. А, Наташа, подними голову, посмотри наверху. Руслан, посмотри наверху. И вот эти вот это стервятники черные, они едят, они доедают грязную пищу, они едят эту дохлятину и доедают за крокодилами. Вон он, смотри, вон он сидит. Красавчик такой, зеленоглазое такси. Тара-та-та, тара-та-та, давай станцуем, давай споем, давай споем. Уйду я от вас, злые вы. Место просто, Русик, осторожно, место просто вообще невероятное. Вот тут надо снимать, посмотри, подними голову, посмотри вот там на деревья, посмотри, фильмы ужасов здесь надо снимать. Вот, вот декорации готовы, все. Посмотри, какая декорация. Это сказка. Встаньте, Наташа, встаньте вот сюда, я вас сниму вот на фоне вот этого. Как красиво смотрятся пальмы без головы. И вот эти сухие деревья, божечки мои. И вот, однако от вас попахивает, ребятки. Однако вы тут это... Слегка, не сильно, но попахивает чуть-чуть, да. И вот там тоже не могут сидеть. Кругом и всюду.
Ага, испугался? Так кричишь. Вот так вот. А кого ты испугал? Как он прыгнул? Дернулся на меня. Ну, конечно, он на тебя дернулся. А как же? Он же зверь. Скажи, ты зверь или где? Он летать не умеет еще. А вон страусы ходят. Она сейчас тоже будет им ушки мазать. Ну, конечно, он хотел тебя поймать, естественно, и съесть. На то они и крокодилы, чтобы людей ловить и есть. И вот там тоже куча крокодилов, просто сейчас не видно. Ох! Ой, как красиво, божечки мои. Вон она, махина, ползет. Вот он только что полз и остановился. Давай. Вон они, на свидание. Первый раз, первый класс. А, что это было? Что это было? Я сама испугалась. Слоников нет? А, слоников нет. Вон они, красавицы какие. Там кто-то просто прыгает на стенку. Ой, как у вас, однако, грязно там, извините. В грязюке только вытоптали всю грязь. Фу. Квартира, однако, ваша не прибрана, страусы. Так вот страшно здесь. Красиво, безумно красиво. Обалдеть. Вот тут тоже посмотрим, что они тут тоже, вот они тут тоже кругом живут. Вот у них, вот они проползали, вот он от хвоста осталось, вот туда куда-то. А? Ну, конечно, настоящий. Я же тебе говорю, настоящий. Вот он настоящий, да. Даже не моргает. Даже непонятно, это настоящий или нет. Настоящий. Да здрасте, не настоящий. Ты с ума сошла, не настоящий. Смотри, не моргает вообще. Я тебе говорю, он настоящий. Я в него коробку кину. Не надо, Руслан, это мусор получается. Боже, я делаю. Что ему тут не настоящему делать? Ну, посмотри, глаза даже не... Ну, он потому что видел... Он, вот еще один. Чего же он не настоящий? Вон он весь в грязюке только что вымазался. Он бы был сухой, если бы он был не настоящий. Вот они застыли в ожидании нас. Добыча. Мы добыча ходячая. Дулечку вам. Ну, видишь, они все ползали здесь. Угу, видишь, вон угу. Везде их эти... А хотел сказать, от копыт. Вот так вот свалишься туда и кранты. Эй, Вася! Вон... А, нет, это мне показалось. Ну, тут тоже их навалом. Какие красивые джунгли. Вот захочешь такое сделать, и не получится. Василючек, пока-пока. И вот они кругом и всюду. Вот мы идем по этой дорожечке. Не приведи Господь провалиться туда. И все. И будет все. Вон она нога. Тут еще малышни очень много. Карандашни. И один лежит, смотри. Мордоворот. Эй! Просыпайся! Василёчек, надо палку взять было, его так это подергать. Тук-тук, эй! Да? Василёчек! Вообще никакой. Он приг... Они, ну, наверное, вечером. Там кто-то хрюкает. Нет, это крокодилы. Это так крокодилы кричат, когда они спариваются. Они зовут самку. Чуть лют. Киньте в крокодил. Не, кинь сам. Пусть он тебя догонит и тебе это. Оп, опа, 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 вон он пошел. И куда ты пошел? О, глянь, переворачивается, глянь. Опа, потревожили вы меня. Это крокодил кричит. Это не крокодил. Это крокодил кричит, они так орут. Ну, садись. Оба. Нос, такие ноздри. Угу. Это крокодил. Можно мне в него такие? Нельзя, это вообще мусор. Обалдеть, какая красота. А что ты не ходишь туда? Пошли. Иди туда. Цветочки. Где ты, кричащий крокодил? Ой. И это все вода, покрытая вот этой ряской. Слышишь? Слышали? И вот ему отзывается самка. Если вы слышите такие крики возле вас... Смотри, плывет, смотри. Смотри, Наташа, смотри.
маленький плывет. Смотри, смотри. Смотри, какой класневский. А там папа маму хрюкает, подзывает. Хрю-хрю-хрю. А там сколько крокодилов? Вот там не лежат за тобой? Да, маленький, ага. Что-то я шляпу не одела. А у тебя сколько шляпы? Нет, в этой нету. Надо пойти в машину одеть шляпу, потому что спину сильно печет. Вон они лежат. Вот один, вон второй. Маленькие совсем крошки. Их, видимо, их, наверное, маленьких сюда выносят отдельно от больших, потому что старшие могут пожрать. Посмотри, какие грибы. Вон их сколько уже опало. Это что, говорит? Говорит, у меня теща умерла. Говорит, а что она умерла? Да грибами, грибочков поела. А что синяя такая? Да есть не хотела. Обалдеть, какие грибы. Ты посмотри, как они. Посмотри. Конечно, могут быть. Вот написано. Dead end. Могут быть змеи. Тут это Флорида. Во Флориде везде могут быть змеи. И вот сверху, смотри, сколько грибов. Грибное дерево называется. Так, кроссинг, это утки переходят дорогу. Вот у нас даже на улицах Орландо есть такие знаки. Там есть места, где живут утки, они переходят дорогу, и надо им уступить дорогу. Я когда-то даже видео делала такое. Вау, ничего себе. Ты же мой красавец. Ты посмотри, какие у него красивые рожки. Прям бархатные. Бархатные рожки. Не хочет картошку есть. Какой же ты хорошенький. Ой, какой красивый. Картошку не хочет. Мальчик. Ой, какой мальчик. Подошел мужчина, говорит, хотите Native Americans? Это индейское племя. И там они какое-то представление сейчас будет. Пацаны, привет еще раз. Смотри, как он пасть раздел. Зевнул мальчик. Какой же ты здоровый. Мы еще все не обошли. Это он хотел просто ее поцеловать. А мы дураки, подумали, что он зевнул. Идем смотреть через мост на Native Americans. Indian Village. Индейская деревня. Пошли. Ух. Хоть бы не провалиться в это озеро. Вон он какой. Какие монстрилы лежат. Вау, какие громадные. Так, нас тут люди ждут. Он сейчас будет показывать, как он будет бороться с крокодилами. Настоящий индеец. Немного истории об индейских племенах здесь, во Флориде. Говорит, в 15 веке испанцы приехали в Америку и начались вот эти все проблемы. Вот наконечники из камня и наконечник вон из этого, из косточек. Вот тоже, из кости. Добыть огонь вот так. Вот так добывали огонь. Вот так вот тоже добывают огонь. Вот такого я никогда не видела. Well, they tried for 2 weeks to start a fire this way and couldn't do it. Do you know how long it takes to start a fire this way? Знаете, как долго? 30 to 40 seconds. От 30 до 40 секунд. There's a very good reason why they couldn't do it. I'll have you come up here with me in a minute. We'll demonstrate that reason for everybody. Он покажет нам. Also used for a drill. This is a stone drill point.
Это палочка из камня. Place a stone on a piece of wood or bone we want to drill a hole in, and by applying pressure to the top of it and sawing it back and forth, we could literally drill a hole through it. А мы можем сделать, мы можем дырочку просверлить, использовать как дрель. Это со спины аллигатора, вот этот. We call it a scoop because it likes to slide around a little bit while the alligator's alive. They're very porous on the top side. What it does, it allows their blood to flow up underneath the skin and pocket in these holes. So while that alligator was up on the bank laying in the sun, из челюсти коровы. Из челюсти коровы, не знаю, зубами. Что это такое, не знаю. Не спрашивай, Руслан. Это оружие просто. Это оружие, чтобы защищаться. Может разбить голову, поломать тебе ноги, руки. Это просто оружие. Тяжелое? Now take it now, your arm, right? Что? Окей. Окей. А, теперь... No. Ты... говорит, ты готов подраться? Он говорит, ну, не пахи, а я замуж выхожу. Вау. We would make a small spear like this. We would make a hoop like that one and roll it across the ground. Our kids had a game of throwing the spear through the rolling hoop as it went by. It helped to improve the skills that they were going to need later. The soy. When you plant the two together, it actually benefits both crops for a higher yield. Also, in the 15th century, we did not have paper. We did keep recorded information. Only was done like this. Не было бумаги. Они использовали шкуру животных. Как бумагу. All of the tribes you see listed here. The Florida, Gulf of Mexico, Atlantic Ocean. They showed the coastal natives a piece of gold. They asked them if there was any of this metal here. Он же здесь, этот дяденька, продает всякие разные штучки. Руслан спрашивает, пытается make conversation. Идите, я вас фотографирую с этой штучкой. И узор. Это видно, крокодил проплыл, и вот такие вот узоры после него. Как красиво, божечки мои. А эти монстрилы так и лежат. Вау! Вот сапоги из крокодиловой кожи. Вот опять же, еще раз возвращаюсь. Это настоящий крокодил, а это кожа питона, вот такая громадная. Вот она какая. Вот такие громадные питоны у нас тут водятся. Сейчас, кстати, их приступили к их истреблению. Мы с другой стороны зашли. Мишаньки спят, глянь, лапы позабрасывал на этот. Все, пошли, скорее нас зовут. Нас зовут вот туалет, вот, вот мы, помыть ручки и этот салфеточки. Ой. Побежали скорее! Быстрее! Нас зовут на кораблик! Просто извините нас за запах. Гад! Он собирается бороться с ними. Это шоу с аллигаторами. Are you crazy, man? Посмотри, он открыл ворота. Вау! Он сейчас будет кормить их. А, он кормит их? Нифига себе. Ага, не тронут его. Пойди покорми с ним. Хочешь? Нет. Караул. Он зашел прямо к нему. Фу, мне аж дурно. О, май гад. Вау. Нифига себе. Глянь, он его толкает палкой. Говорит, пропусти. Какой он? Слушай, он прямо герой. У него у каждого есть имя. Он говорит, я знаю, ты голодный, Митлоу. Смотри, смотри, он их зовет. Смотри, вон громадный какой лежит. Обалдеть. Смотри, просто он без лапы, смотрите, у него... Ага. Вау, ничего. Глянь, я не знаю, что пришла еда. Meatloaf, you hungry, buddy? Hey, Lefty. А с руки? Ой, прямо из руки. Hey, head up. Да, сюда. Come on, head up. Good boy. Нифига себе.
All right, we call this gator Lefty for obvious reasons. She's missing her left hand. Fire. Good girl. Now, I will tell you right now, technically in the state of Florida, it is illegal to feed alligators. Illegal? Illegal, yes, ma'am. Uh-huh. That means go to jail. Oh my God, будешь кормить аллигаторов, пойдешь... Remember, I'm doing this for your entertainment. Для вашего развлечения. These guys are in captive. It's illegal to feed the wild alligators. Alligators in captive, we are allowed to feed. These alligators. Но говорит, так как они наши, так как они живут у нас, мы имеем право их кормить. These are some of the most dangerous alligators in the world. Это самые опасные аллигаторы в мире. Плывет, глянь. They have a natural fear of humans. We had to teach these alligators that we weren't going to hurt them. Мы, говорит, учим их, чтобы не... Мы их учим, чтобы не нападать на людей, вот так можно сказать. Еще один прыгает. Вау, пошли. Look at you. Good girl, Lefty. Head up. Higher. Come on. Wow. Посмотри. Hey, come on. Let's go. Get over here, как он не боится. You don't act like that? Let's go. Oh my God! Come on, Growlin, let's go. You're gonna be a meanie. He's come and do a good show for me. Come on. Обалдеть. There you go, Growlin. Come on, head up. I didn't call you half jaw. Stay. Я не звал тебя, Growlin. Stay away. Higher. Выше, он говорит, выше. Выше. Higher. Come on, get over here. Higher. Head up. Какая пасть, какой язык. Этот... Обалдеть можно. Вау. Ничего себе. Now we train these alligators to come to us. That's what makes them so dangerous. But even with us training them, notice they're not coming after me. Now when you watch TV and news and they want to tell you that alligators are going to come and eat you, stay away from them. They're super dangerous. Now, I'm not saying alligators are not dangerous. They are dangerous animals. But they have a natural fear. They should stay away from us. Они очень опасные, но они все равно нас боятся. What happens is people start doing things like, hey, look at that alligator in the pond. It's really famous on golf courses. And they'll take a piece of their hamburger or a hot dog that they just bought off of the beer cart that rolls around. And they take that hot dog that's left over. Особенно на гольф-курсах. Говорит, кидают аллигаторам. Еду. It takes 4 times feeding an alligator for it to realize that a human means food. Если вы 4 раза покормите аллигатора, они привыкнут, что люди есть, люди это еда. They still want to stay away from. Почему не нападают на людей? But they're not as afraid of us. They'll get closer. Then what happens? Они перестают бояться людей. Golf course, the person's wife comes with them sometimes, or they bring their little dorky poo doll. Жена хозяина. All right. They let the dog go. Привела с собой пуделя маленького и разрешила играть возле. What do you think natural meal for an alligator is? Small mammals. You put your little Yorkie poo or Pomeranian in the water with an alligator, you're gonna come back with a leash. Да, он говорит, все. That's all. Ты придешь с собачкой, идешь с одним, с одной из дичкой. But the alligator is not gonna attack the human. Now, on the cases where we have had alligators attack humans, usually that alligator gets trapped and put down. And the contents of the alligator's belly are checked out. 99% of those cases, you know what we find in the belly of the alligator? Ground meat, chicken legs without feathers. One time a rubber boot. Don't know where the other one went. But this tells us one thing. Either the alligators have learned how to go to Publix and Winn-Dixie and buy ground meat and chicken legs, or somebody's feeding them. Now, in the state of Florida, you get caught feeding alligators, если во Флориде вас поймают за кормлением аллигатора, вы сразу пойдете в тюрьму, потому что вы спровоцируете их на нападение на людей. И после вашей кормежки он может кого-то убить. Поэтому вас посадят в тюрьму. Так же, как нельзя кормить медведей. Вау. A lot of people thought that they really were dumb. And that these animals were not instincts, they were only instincts. Come on, Growler. У них только инстинкты. Growler, head up. У каждого есть свое имя. Выше, говорит, выше, выше. Выше, выше. Выше, выше.
Wow. Good boy, Growler. Вот это Now, Growler looks pretty big, huh? Wow. He's actually small. How old is he? Growler, about 35. 35 лет. Yeah, he was born in 78, like me. Он, говорит, был рожден в 79-м, как я. From a different mother. Right, lefty, you're such a good girl. What is the size of a big one? Huh? What is the size of a big one? Well, it all depends on perception. To me, big is about 13 foot. For somebody else, 6 foot could be big. But typically, what we see here, our average size out in this lagoon is about 10 to 11 foot. Growler is right at 10 foot. Where Growler takes the cake, and what makes Growler so special is he is extremely intelligent. Он говорит, очень умный, intelligent, значит, умный. Вот этот, говорит, самый умный, самый такой, который поддается дрессировке, самый умный. Самый такой. Вот этот? Так он больше всех получает, поэтому. А те лежат себе и голодные. Вау. Now, not all of our alligators are as well trained as growlers. Не все, говорит, аллигаторы тренированы. Вот этот только один самый лучший тренирован. They don't listen too good sometimes. You. Hey. Иди сюда, говорит. No, not you. Not you. Не ты. Come here. Иди сюда. Не ты. No. Смотри-ка, он правда их выдрессировал? Come on. Иди назад. Hey, little Daisy. Not you. Не ты. Не Back ты. Up, growler. Иди назад. Back up. You. Oh, you just come good for you. Come on, Fang. Head up. Higher. Higher. Выше, выше. Good girl, good girl. Now, typically the way to tell a male from a female alligator is by size. Females don't ever get larger than 9 to 9.5 feet. Males never stop growing their whole life. Женщины, они маленькие, а мужчины, они растут всю жизнь. Вот он вырастет до 19 футов. Фут это 30 сантиметров. 1500 pounds, вау. 700 килограмм. Смотри-ка, два, оба. I missed! А, don't. I never miss. Wow, no, whoa. Woo! Oh. That's oh my god. Open. Open your mouth. Oh! Oh! Вот это да. Такой как в бочку, такой бум. They swallow. Everything whole, and they will digest. Они не пережевывают, они все. Вон еще один плывет. Their stomachs can digest bone, feather, fur, every other animal. Их желудки переваривают кости. The cat licks its fur, it actually has to cough up the hairball. Шкуру. It cannot digest the fur. Эти перья. То есть у них желудок все переваривает. Right, big girl, head up, higher. О, ничего себе! Обалдеть! Вот это да! Еще одного. Обалдеть! Этот наелся, ему хорошо. In the front, well, it's nesting season, just after breeding season, they've been doing a lot of fighting. So a lot of those teeth have been ripped out from the fights. They'll grow them back. It'll take them a couple of months. Ушел, пошел назад. An alligator will go through about 8 sets of teeth in its lifespan. They'll lose them and grow them right back. Right, Growler? Если у них зубы выпадают, они вырастают по новой. Обалдеть! Какая махина! Смотри. А кто сильнее? Какая махина! Это не сравнить, это два разных животных. Вау. Вау. Ничего себе. Кабанище. How do you train him to not eat you? I mean, how do I train him to not eat me? Well, that's because I feed him guests later on.
Он говорит, если они меня съедят, им некому будет их кормить. Аллигаторы отличаются от крокодилов. Their food sources are typically bigger than them, because that's all they have. I mean, wildebeest, крокодилы, you know, deer, обычно едят более крупных, big things like that. That's крупнее, what they have они. To eat. So they're used to eating things larger than them. Alligators Аллигаторы typically don't have food that's bigger than them. Не едят, еду, которая крупнее. Они they очень ленивые. Me, they've got a fight on their hands. Они едят все что-то мелкое. They prefer the stuff that's already dead, the stuff that I've Они предпочитают есть мертвых животных. They do well. Just like your typical dog at home. You keep giving it a hot dog, a little hot dog, little hot dog, little hot dog, then ask it to sit, it sits, give it a hot dog. Now that dog's trained to sit. Anytime you tell it to sit, it's the same thing with these guys. Как тренировать собак, так и тренировать. By giving them food to keep them from wanting to eat us. As a matter of fact, these gators don't look at me as the food. They know it comes out of this bucket. I'm just the link between the bucket and food. Я просто соединение между едой и аллигатором. Они смотрят на меня как на еду. Then we put them in timeout. Wow. Right, lefty. Lefty. Nope, lefty's laying right there. For the past 2 days, lefty's been laying over there behind that tree. Два дня вот лежал здесь, не ела. But right now is the most important time. Most of these females have already built a nest and dropped eggs somewhere. Многие из них уже сделали гнезда и отложили яйца. Hey, I didn't ask for you. Back up. Back up. Come on. Back up. Back up. Сейчас она перекусит. Oh, you want to tug massage? No. Back up. Говорит, хочешь массаж? Back up. Ничего себе. Come on, keep going. Back up. Back up. Нифига себе. Okay. But they need the nutrition to replace all that work it takes for laying eggs. Right, Growler? Of course, you don't lay eggs, do you? Yeah. Да, ты говорит, не откладываешь яйца. Ты мужчина. Come on, look at me. Higher. Higher. Ой, господи, Боже. Все равно you я бы там. Видите, говорит, какие они добрые и какие они мягкие. Джентл, мягкие. Добрые. Like Spider-Man's uncle said, with great power comes great responsibility. Вау. Yeah. Обалдеть можно. They are fast as the other crocodiles? Huh? They are fast as the crocodiles? Yeah, they can be. Ours are a little bit fatter. So they're not as fast. They're fast. But they can be as fast, yes. Yeah, yeah. Они такие же быстрые, как крокодилы. You see on the in the other videos they're eating like lions or deers. Or... Yeah, see here, these guys actually in Florida, you're seeing a lot more fish, turtles, crawfish, snails in their belly. So easy to catch. It's just right there. It's in the water with them. That and a lot of carrion. A lot of animals that have already been hit by cars and stuff like that. It's kind of a different situation. If they lived in Africa and all they had were the lions and stuff like that, that's what they'd be grabbing. But since they've got it a little bit easier, I think that's what makes them a little bit more mellow. They don't have to actively hunt like the crocodiles do in South America and Asia and Africa. You know, they don't have to actively hunt, which naturally makes them a little bit less aggressive. Just like a lion or tiger in captivity. They don't have to actively hunt. They are nowhere near as aggressive. Им не надо охотиться, они просто едят, что валяется уже. What if, for example, I decided to swim here? What if I swim here? Good luck. I mean, will these ones? Yes. These alligators? Yes. Out in the wild? Probably not. Because I'm kayaking always, and I see a lot of alligators, and I decided to stop because I'm afraid. If I fall in the water, they're not gonna mess with you. Yeah. I'll tell you that right now. I swam across the St. John's at midnight. I water skied in Lake Jessup. Wow, you're a hero. No, I'm not a hero. It's just knowing the animal. These animals don't want to attack us. They want to leave us alone. Wow. If they attack one of us, they die. Wow. They get trapped by a trapper and killed. Wow. So they don't want to do that. They want to leave us alone. But sometimes we tempt them. Especially in the summer when they're hot and hungry, we tempt them by giving them food, and then they keep coming closer and closer. Right, Hapjaw? Он говорит, если я поплаваю в этом озере, возможно, на тебя нападут. Но если ты будешь плавать где-то там в дикой природе, на тебя не нападут. И я говорю, я часто езжу на каяках, и если я вдруг перевернусь, подожди, если я перевернусь, он говорит, навряд ли, они тебя трогать не будут, навряд ли. Так что, вау.
Он говорит, они очень ленивые, аллигаторы здесь очень ленивые, особенно на природе. У них настолько много еды, что они никогда не бывают голодными. Они поедают вот эти диких... О. Вау! It's a girl, it's a boy. О, какой! О, oh my God! What's wrong with your back? She was attacked. Part of her tail is missing. She's missing that hand, a couple of toes. And here is something on her back. Head up. Oh my God, как ему не страшно. Божечки мои. Thank you, girl. Good girl, Stumpy. Good girl, Stumpy. Good girls. Good girls. Oh my God. Stay. Wow. Вон еще один плывет такой. Еще один лев. Look at you sneaking up on me. Look at you. Окруженные крокодилами. Говорит, вот у меня в руках никакой еды нет, они все еще будут служить. That whales and stuff like that. They use whistles and things like that. We could clicker train these guys, but there's no need for the clicker. They got my. Ой, как он хлопает. Go back. Back up. Get in the water. In the water. Turn. Good girl. My last questions. How's your mom? How's my mom? I mean, how if she knows what are you doing? Yeah. I would never let my son work like. Oh, see, I'm an adult. She has no choice. Oh my God. Not only that, you gotta understand that this is where I grew up. Say hi to your mom. She's a brave woman. Oh, my mom's a school teacher. Every year she brings her class here for a few. Oh my God. So she knows exactly what. I was watching you, and my heart was stopping. If you're my son, I will be dead here. My mom seen me do this. For many years. Wow. She'd rather me do it here where people see me than do it somewhere else where I might, you know, not have such close access to emergency help. You are a hero. I've never been bit by one of these. God bless you. Он говорит, меня ни разу не... Говорит, никогда меня не кусали. Они, говорит, если вы будете их уважать и кормить хорошо, они никогда вас не... All right, you guys hear that thunder? Yeah. Yeah, that means there might be a storm coming. So let's go ahead and get to that boat and go on our Thank boat you. Ride before it gets a little bit Thank wild. You. Oh my God. And then what we'll have left after this will be a 3 o'clock wildlife show, which is inside. Thank you very much. Hey, is this Stumpy. Stumpy. Yep. Какая красотень. Thank you so much. You are so welcome. Excuse me, I'm gonna have a situation. Какие красавцы. Все, поехали вот на этом кататься по этому болоту. Нифига себе. Ну молодец, конечно. Нельзя туда нельзя заходить. The most older alligator. How old? The oldest one here? Yes. The oldest one here right now, he's 85 years old. Oh. And how long they live? Huh? 100 years? 100-110. Ого, 110 лет живут. The oldest one right now is in a zoo in Russia at 110 years old. В русском зоопарке 110 лет в русском зоопарке. А здесь эти 87 лет. 85 сейчас у них 85. Самый старый крокодил. Обалдеть. Обалдеть. Ой, олененок. Фух. Ничего себе. Классно. А ты не видела, что ли видела раньше? Модный пере это. Передислоцировался. Ой, какой красивый. They usually don't. Here they would, because these alligators. It's their area. They're trained. They are owner of this area.
И вон тоже, вон паук. Пожалуйста, вот, пожалуйста, какой страшный паук. А вот они, вот они пришли. Вот они, их будет много, вон под столом тоже сидит один. Их тут десятки. Пошли. Теперь пошли плавать между... Хоть бы наш боут не перевернулся. Какой молодец мужичок. Я ему говорю, как вообще твоя мама относится к тому, что ты работаешь? Он говорит, у меня мама учительница. Она приводит сюда детей и показывает, какой храбрый у нее сын. Я говорю, я тут стою на тебя, смотрю, у меня сердце в пятки уходит. А если бы я знала, что ты мой сын, я вообще тут уже осталась бы навсегда. Бездыханная. Он говорит, ничего, моя мама тоже brave woman. Тоже храбрая женщина. Вот он, мама сунула. Вот тебе надо у кого учиться, какой мужчина храбрый. Пошли подальше. А нам все равно, нам хоть туда, хоть сюда, нам хоть туда, хоть сюда. Хоть садись, перейдись. Это крокодил, нет? Вон. Да, да. Где крокодил? А вон он. Русичка, садись сюда вперед. В 2:10, тут в 2:10 отходит вот эта суденушка один раз в день. Поэтому если вы приедете утром, то навряд ли вы что-то тут такой громадина. Вон он какой валяется. Эй, вставайте! А там вообще с открытой пастью валяется. Вон он. Вон он. Так, мы сейчас идем смотреть обезьян. И этот дяденька, который нас катал, и который нам показывал, как он кормил аллигаторов, он сейчас будет нам давать аллигаторов в руках подержать. Маленьких, небольших, конечно. С перевязанным ртом, само собой разумеется, с перевязанным ртом. Кажется, дождь начинается. Ребята, вы не любите дождь, спрячьтесь. Пошел. Худыськи такие, худыськи. А худысенькие. Это другой вид, да, крокодила? Они держат их по-разному. Понятия не имею, честно. Если честно, понятия не имею. А кто? Вот они маленькие. Смотри, вон они под лампой греются. Посмотри, крошечки совсем. Ага, потому что их бы съели там, если бы они были с ними вместе. Их просто спасают от больших аллигаторов. А лемуры, лемуры. Ага. Лемур тужур. Тужур лемур. Эй, хвостатые? Полосатые хвост, красивые такие. Такие мордахи. Ай, какие хорошенькие. Ну, правда, такие красивые, да. Но такие же тоже изящные, когда сядет, когда начинает на тебя смотреть. Ну, мордашки такие просто прелесть. Пошли с обезьянкой, пойдем ей мордой покурчим. Подразним немножечко. А кто там живет? Да, их видно по возрасту рассаживают. Да, вот тут побольше мальчишки. Там поменьше, тут побольше. Please do not throw food. Не кормить. И черепахи такие, тортилы. Привет, тортилочка. Привет, тортилочка. Как тебя зовут? Скажи, дурочка, называешь меня тортилой и спрашиваешь, как меня зовут. Так и зовут. Так меня и кличут. Так, а где? Где? Идет. Это кто? Это обезьянка? Мамки. Иди сюда. Ай, да что ж меня так кусает? Была макака. Макака мулата, да. Макакушечка. Не дергай, я снимаю видео. Не дергай, пожалуйста. Моя девочка, она одна. Ага, пошла. Ей скучно. Что было, если я с ней сидел бы? Ну, она в тебе блошек поискала. Она кусала? Да прямо на все блошек. Вот это тоже как разновидность волка. Да. Я когда-то видела шубу из койота у Гуччи. Ой, май гад. Я думала, я с ума сойду. Это такая красивая шуба. Но она стоила там, по-моему, 14 тысяч долларов. А из тебя красивые шубки получаются, койоти. Она пришла и что-то просит. Смотри, она прямо просит что-то. Куколка Нася. Куколка, тебе на свободу. Тебя выпустить на свободу. Давайте плюнем. Свободу деточкину, свободу деточкину, свободу Юрию деточкину. Черепушка, давай догоняй, улитка. Она, посмотри, какая. Посмотри, она прямо открывает двери, посмотри. Ты моя красавица. Какая красавица. Крокодил. Смотри, какая красавица. Белявочка. О, это же альбиносик. Альбиносик, ага. Белявочка прям. Смотри, какая красивая. Это косуля или кто это?
Козы. Это дир, это дир, это олени, да. Дир это олень, да? Угу. Ну, олененок, да, получается? Олень. Ну, это, видно, девочка олениха, а вот ага, этот, который был с рожками. Он нам разрешит. Ре. Hello. Hello. Не, надо так. Не, не так. Тихо. Давай, расскажи, расскажи. Расскажи нам, расскажи, пожалуйся, как тебе тут трудно живется. Давай, расскажи нам. Чем тебя тут кормят? Давай. Р-р-р-р. А ну еще посмотри. Да что у меня? Муравьи подлючие такие. Подлючие. Ну давай, он так только что засмеялся, я выключила камеру. Да ты посмотри! Мухи. Ой, как больно, кусаются. Да, брачный период. Угу, угу. Вот так он кричит, как будто как этот. Наташ, стойте, я вас фотографирую. Вот что-то, это что-то от паука. Я тут только что руками елозила. Паучиные яйца. И вот они какие громадные опять. Ну как я, вот как я могу от них отвязаться? Никак. Вон они. Тут прямо ему это. А если пухнет? Вынесет тебя и вынесет тебя взрывной волной. Держитесь подальше. Держитесь подальше от этих задниц аллигаторов. Да. Жизнь у вас, конечно, сладкая. Ешь и спи, спи и ешь. Ну, иногда размножайся. Здорово вам. Что там, дождик собирается? Собирается. Какая же ты красивая девочка. Она вся бедненькая, покоцанная. Он сказал, что ее поранили. Видно, к девочке приставали эти подлюки, пацаны. Вон они что сделали с ней. И мухи садятся на ее ранки. Жалко все равно. И хвост объетый. И лапки одной нет. Бедненькая, тебе надо инвалидов первой группы дать. Все, наелись, им хорошо. Теперь мы пришли вот в это помещение, у нас всех позвал. Сейчас он здесь нам будет показывать с аллигаторами какие-то интересные штучки с аллигаторами. Люди приходят, и мы садимся, занимаем свои места. И ждем начала представления. And I've been bit a lot, and I'm still alive. So that goes to show something right there. Al likes to weigh. I told you to train our alligators. Now Al is a young alligator. He's about, or she is about, 2 years old. They would actually take snakes and let them go in their houses. And the reason for that being is back then it was very hard to control rodents. The only guns Python. They really had back then was black powder. Теперь он каждому в руки дает подержать змею и говорит, если хотите, можете делать фотографии. And honestly, snakes are kind of prejudiced. If they have to choose between a храбрый мальчик, посмотри, какой храбрый мальчик. Не бойся, не бойся, не бойся, она никогда тебя не укусит. Классно, да? Я тебе помогаю, видишь? Не бойся, я держу ее за голову. Не бойся, не бойся, она никогда не укусит. Классно, такая, не бойся, не бойся. Классная какая. Разумничка. Usually they're using beagles. It's gonna eat it. Тихо, подожди. Люда, а что на нее нажимается? Не нажимается. Нажимается. Just blurt it out. Just a second. А мы посмотрим. На арт все нормально. Потому что она снимает. Потому что она снимает. Ладно. Вау, какой гром только что был. О май гад. У нас ходят часто дома по опасам. Он на крысу похож, особенно хвост его такой страшный. Они часто заползают к нам во двор.
Now he actually came from here in Florida. His mother got hit by a car. Now opossums are the only North American marsupial. That means that they have a pouch. And they carry their babies in a pouch just like a kangaroo or a koala. Они носят своих детей как кенгуру. Something of that nature. Now OP, as the name would suggest, is a male possum. Какие зубы. Male opossums don't have a pouch. Instead, they get something else. Fangs. And you see up here? He's got some big old fangs out on the front of his mouth. He's got a lot of jaw pressure, too. As a matter of fact, opossums have more teeth than any other land mammal. They got 50 teeth in their mouth. 50 зубов. Как там уже темно. Смотри, как он к нему теснится к нему. Как он к нему ластится? И так, и зевает. Это у него сегодня третье шоу. Если его укусит ядовитая змея любая, он всегда останется живым, он выживет. Опоссум — это всегда белое лицо. Зевает, Now he has bad eyesight, but very good sense of smell, very good whiskers to help him get around at night, very good sense of hearing. Everything. They're omnivores. They'll eat small snakes, big snakes. They'll also eat fish, trash. The main reason you find... Закончилось представление, так интересно он рассказывал все, вон какое черное небо, полыхало так, так гремело, и вот что-то опять вообще никак ничего. Едем на океан. Мы пытаемся доехать до океана, но не знаю, у нас ли получится. Опять же, если такое небо, если там такой ливнюка, конечно, у нас может и не получится. Поехали. Спасибо. Джангл. Зу. И уходим. Thank you very much. It was just amazing. I will bring somebody else here. Awesome. Thank you very much. Пошли. Уходим, отползаем. Hello. Вот они какие зубы. Пустите меня на свободу, выпустите, перегрызу. И свобода нас встретит радостно, ухода и братья меч нам отдадут. Грызет. Ай, лапай до меня. Тянется до меня лапа, ну-ка, прям лапу протяну. Что-то вы, попугая, меня так любите, Гоша меня любит, ты меня любишь, любимый. В аквариуме можно содержать маленького крокодильчика, пока, конечно, он не вырастет. И так вот многие люди тут балуются, два их, да. А потом девать некуда больших, их выпускают в ближайшие эти озера. Остановись, я тебя сфотографирую сюда с ним вместе. Мы сейчас ждем наши фотографии. Вот уже как гремит, уже долго гремит. Сделают наши фотографии. Вон Наташа, вон Русик. И наклеят нас на эту штучку и посадят нас на магнитик. Можно поехать на Кеннеди Спейс Центр. Это уже мы недалеко. Уже почти приехали. Что тут у нас еще есть? 25 центов, колечко с бриллиантами. И вот я только что достала себе колечко. Сейчас я посмотрю. Колечко. Видимо, колечко. И вот оно колечко. Вот оно колечко с бриллиантами. Тра-ля-ля-ля-ля. Нифига себе, 25 центов. Даром. Паук. А у тебя что-то? Я сделал себе татуху опять новую. Ага, выиграл еще одного паука. У меня тоже, у меня два кольца сейчас. А ну-ка.
Скорпион. Я с бриллиантом. Я скорпион выиграл. Да. Я скорпиона выиграл. Ну все. Смотрите. Модный, модный, со скорпионом. А вот еще колечко. Ну это обручальное. Видишь? Вот это вот кому-то ж, надо же вот этой фигней заниматься. 25 центов. Тут и кольцо, тут и те коробочки. Сколько же это стоит по себестоимости? Если ты. Ну сколько же по себестоимости? Смешно даже вот. 25 центов. Так сверху видно вот это место, где мы сейчас находимся. Мы находимся сейчас вот здесь, вот прямо тут, вот, вот тут офис мы находимся. И вот, вот они дальше пошли, здесь, вот тут крокодилы. И вот тут сейчас вот тут стоит моя машина, только красная. Понятное дело, это фотография кем-то сделана когда-то. Все, уходим, уходим. Колечки у нас уже пошли, скажу, что только у нас не пошло. Вот купила уже обручальные кольца нам на свадьбу. Да, за 25 центов, да. Все, до свидания. А там гремит. Дешево и сердито. А там гремит. Зубы, зубы. Моя машиночка любимая. А там что творится? Ой, сейчас что будет? Ой-ой-ой-ой, а там небо чистое. Ура, поехали. Поехали на встречу с розовой, фу, какой запах, с розовой свиньей. Такая классная свинюшка. Давай, остановись, я тебя сфотографирую. Вот не уходи, не ходи далеко, не ходи далеко. Стой.